Говорит, что, ребята, вы, поскольку здесь юниоры, запомните одно правило, это для каждого, касающего деятеля хип-хоп-культуры. Не смейте друг другу грубить. Живите в мире, дружите с друг другом. Не надо свои вот эти жесты, жестикуляции, все свои кулаки пускать в бой. Зачем это надо? Хип-хоп – это мир, любовь, единство и вечное веселье, ребята. Итак, ожидаем на нашего судью, ибо смайл. One, two, three! Yeah. Yeah.